проблема. Большой, 10, наверное, метров в длину. Да, и все, с тальника так плели, да? Да. Вот технология. А зимой сколько градусов бывает? Минус? Минус 35 бывает. Что себе? В таком доме выживали, да? Конечно, холодно было. Так, вот это... Что означает петроглифы? Это петроглифы. А что примерно означает тут? Маска. Маска это вот глаза. А это татуировка, наверное. Скорее всего, как маска шамана. А вот здесь вот, ну это слепки сделаны. Угу. Здесь вот нашли вот такой вот как олешек. Олень, ага, олешек.